В прошлый раз двое мужчин виделись в 1945 году, когда одному было 19 лет, а другому 20. Это произошло в Дахау, нацистском концлагере. Ник Хоуп говорит, что он был просто номером, без имени. Я был похож на скелет, весил 36 килограммов. Но, слава богу, у меня была надежда, в моем сердце жила надежда. Как минимум 30 тысяч заключенных погибли в Дахау. Но надежды на освобождение наконец оправдались, благодаря американским солдатам. Генри Стьюмайер был одним из тех, кто освободил лагерь 29 апреля 1945 года. Об этом дне ветеран не любит говорить. Не могу. Ужасно. Я не смог бы пройти через это снова. Не смог бы. Однако сегодня воспоминания вернулись к нему, когда он встретил благодарного бывшего узника, которому сейчас 92 года. Он не как брат. Он сделал это, спас меня. На этой трогательной встрече присутствовали семьи с обеих сторон. Сыновья Генри и Ника познакомились в прошлом году у мемориала памяти жертв Холокоста и обнаружили, что их отцы живут всего в нескольких милях друг от друга в Калифорнии. Слава богу, я выжил и могу рассказать свою историю.